Пошлите посмотрим, что у нас тут наши сотрудники, как они себя чувствуют. Много ли они попродавали здесь у нас? И что у нас осталось? Ага, шин у нас нету вообще, да? Я смотрю, по поводу масла и всего остального. Есть, есть, есть. Давай туда закажем шины. Доставку. Блин, если бы еще мои челики сами заказывали это все, было бы вообще идеально. Согласны? А можно ли им сделать такую функцию заказа? Либо мне самому придется следить за этим всем. Так, привет, как ты тут, сотрудники? Работать кассиром, сделать мороженое, ремонтировать автомобиль, убраться на заправке. Угу. Ну, мне не нужен, типа, менеджер, который будет за этим всем следить. Декорации, взаимодействовать. Давай, наверное, за 690 купим, посмотрим, что это такое вообще. Ну. Ну давай, капни денежка. Хочу реально посмотреть, что такое. Можем ли мы тут с вами зарабатывать денежку? Алло, там будет покупка какая-то, либо заправка, либо ша, либо у нас бензина вообще по нулям. И никто заправляться не может. 18 литров топлива у нас осталось. Понял. Понял, понял, понял. Доставка топлива. Ну, тогда не купим. Может, возьмем у дяди опять баблосики, как думаете? Либо нем. Либо подождем. И будем сами справляться с этим совсем. Давай, заезжай. Так, открыть. Взять. Хорошо, все. Давай, выезжай, сейчас выложим шины. Ага, автобус приехал. О, сейчас мы денежку с вами заработаем. Вот когда такая музыка, приезжает автобус с туристами, с инопланетянами, и мы начинаем с вами зарабатывать. Но же на кассе кто-то должен быть, правильно? Да, есть. Что по поводу товаров? А, у нас пусто, пусто, пусто. Надо будет заказывать. Вообще пусто, вообще пусто. Ну, вроде мороженка еще было. Да, разместить все. Блин, надо будет сейчас проедут эти туристы. И позаказывать продукции. А потом уже смотреть по поводу баскетбольной площадки. Ну, давай, парниша. Заходим. Отлично. Так, идемте сходим. Посмотрим, что у нас здесь происходит. Возьмем в руки мусорный пакет и поубираем это все. Надо будет паутину потом протереть. Все, очистили. Давай в руки паутину. Протереть. Так, погодим. Давай выкинем. Протереть. Нужно будет выкинуть это все в мусорный бак. И как это покрасить наш ангар? Я не знаю, каким цветом даже его красить. Чтобы он в глаза бросался, может, красным. Такого? Или мы не можем красить здесь? А не, мы красить здесь не можем. Ну и ладушки, ну и ладушки, а ладушки. А, это тоже, да, выкинуть нужно? Хорошо. Так, ну там топлива нам, по идее, должно хватить. Давай закажем заказ, это у вас мусора. Услуги, у вас мусора, надо будет от тачки тебе повыкидать. И давай смотри, что у нас здесь. Хорошо, пройдемся сейчас по паутине. Есть.
Соберите паутину 4 из 5. А где еще? Ага, вот еще где. Отлично, купите место для ремонта с помощью КПК. Так, улучшение. По-моему, вот сюда, да? Место для ремонта. За 500, а у нас 200 баксов всего лишь. Место ремонта. Хорошо, у нас нужно 500 баксов, а у нас нету 5 хатки. Но я надеюсь, что за ночь они... это все сделает. Так, а что это за доставка? Не помните, что я заказывал? Что-то... А, это вывоз мусора. Понял. Ты здесь стоишь? А, ну да, уже 9 вечера. У нас только ночной остался. У нас только ночной остался. Так, хорошо, давай тебе чуть-чуть поможем. Чуточку тебе поможем, парнишка. Так, бонжур. Донде стали библиотека? Так, мусор, есть мусор. Ну да, он же ночью у нас работает чисто на заправку и на уборку, если не ошибаюсь. Либо уборка у нас утром идет. Хорошо, пятихаточка нужна. Блин, может попробовать... Привет, что у тебя случилось? Давай посмотрим. Ага, 4 колеса. Ну да, сейчас будет много денежек у нас. Ну и тоже, я сейчас потрачу 500 долларов, а мне же надо будет с вами эти деньги закупить новые покрышки. Так, хорошо. Надо будет закупать новые покрышки. Может, реально надо будет сейчас... Давайте да, все-таки у дяди возьмем 2 косаря, закупимся... по полной. Ну, приедет, ну, набьет нам глаз. Ничего страшного, зато мы сможем нормально с вами стартануть. Потому что если мы будем так своими силами, это будет очень долго и нудно, я так понимаю. Так, хорошо, 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 хорошо. Отлично. Что еще у тебя? Зеркальце, да? Ну да, надо будет и зеркал заказать, и крышки заказать. Ну, либо закрыть пока месь автомастерскую и направить все чисто на этот, как его, на заправку нашу. Сейчас посмотрим. Да посмотрим, как пойдет. Все, отлично. Супер-пупер, да, говоришь? Все, отлично. Ладно, давайте рискнем, возьмем двушку. И попробуем позаказывать. Нам и еду нужно заказывать, и все нужно заказывать, ребят. Так что... Так, улучшение, хорошо. Нам хватит вроде 500 баксов. Есть, вот заправка, надо будет на сюда, да, на заправку тоже. А ну, давай пойдем посмотрим, бензин заправлять. Да, нужно будет. Либо не нужно будет. Новое письмо. Доставка. Детали, клейка, лента, купить. Так, клейкую ленту купить. Хорошо, ну давай 6 штучек закажем. Где ты у нас храниться будешь? Ага, будешь храниться у нас вот здесь. Отлично, а доставка нам куда будет приезжать? Так, закажите ветряное топливо с КПК. Хорошо. Доставка топлива. Аэропорт. Давай на соточку закажем. Достаточно денег. Да. Заходим в услуги. Займ. Взять долг. 2000 принять. Поехали.
поехали скупляться, ребят. Так, закажем 200 на 560. Есть, закажем 200. Есть. Доставка, детали, шины. Корзину. Корзину. Так, давай смотреть. Делаем вот так. А, невозможно доставка в пути. Хорошо, тогда давай магазин, напитки в корзину, в корзину, закуски в корзину, в корзину, в корзину. Закажем всего по одному. Все, 400 баксов осталось отличным. Ага, ты будешь сюда. Доставку, хорошо, и нужно будет сейчас сюда. Еще и шины заказать нам на 400 баксов. Плюс зеркала, плюс все остальное. Так, ну надеюсь, мы с вами сможем заработать за утро эти все денежки по-быстрому. Так, вроде еще, да, должна быть доставка, если я не ошибаюсь. Хорошо. Пока месяц этот уехал, идемте. Доставка шины хотел, да? Так, у нас с вами 500 баксов, на 300 берем. Заказать. Заказать. Доставка в пути. Ладно, давай тогда делаем вот так. А, она все еще в пути. А что я тогда заказал? Алло, я так извиняюсь, что я тогда заказал? Наверное, мне сейчас скотч привезут сначала. Угу. Ну вот еще и топливо. Не, мне реально нужен здесь менеджер. Вот реально мне менеджер здесь нужен. Задание выполнено. Так, положите клейкую ленту на место. Хорошо. Стой. Разместить. Отлично. Дождите сигнала Джо. Шикарно. Идемте за закупкой новой нашей. И нужно будет реально потом покрышки заказать. Так, привет. А где наша доставка? Почему она так? Ага, вот иди. Отлично, отлично, отлично. Это наши продукты, и нужно будет сейчас заказать еще шины нам. Так, доставка, давай. 10 штучек. Мы заработаем как раз неплохо с вами. Что у нас недостаточно? Сколько надо? 670, да? А у меня 500. Ладно, подождем. Подождем немножко. Хочу просто заказать уже, чтобы было все. Все в наличии. Хотя давай... Не, зеркала мне нужны. Мне зеркала реально нужны. А можно там быстрее немножечко как-то... О, все, отлично. Идем тогда пока в магазин, разложим все на полке. И дождемся утра. Как раз придут наши работники и начнется все веселье. Так, у нас даже запасом осталось. Отлично, все. Продавай не хочу. Шикарно. Шикарно. Ага, не шикарно. Это мы с вами выбрасываем. Блин, реально нужен менеджер. Ребят, никто не хочет менеджером поработать у нас на заправке, не? Пишите в комментариях.
кучу, конечно, денег не обещаю, но на мороженку точно хватит. Так, давай это тоже выкидать. Выкинуть весь этот хлам. Так, дай сюда. Опа, трехочковый, видели, видели? Вам такое. Так, это мы тоже сюда слаживаем, это тоже. Так, шикарно, вот и наши диски. Шины, диски приехали, да? Так, дай сюда. Заполнили, все, давай, удачки. Выезжаем. Блин, опять одна дверка открыта. Все, хорошо. Мы можем тут внутри красить стены? Да, можем, да? Но пока мы с этим заниматься не будем. В принципе, мы сюда редко приходим. А вот гараж и все остальное я-то покрасил. Так, давай здесь наведем порядок. Так, 8 утра. Все, отлично. По идее, пришли мои сотрудники и начали работу. Ага, прием. Тебе нужно выложить пару баксов в эту взлетно-посадочную полосу. Хорошо. Так, береги себя, партнер. Купить штаб-квартиру центра связи. Угу. А у меня хватит денег на это все? Как думаете? Я не уверен. Так. Блин, а давай посмотрим, можем ли мы сотрудников сюда нанять на работу. Заправку автомобиля. Ремонтировать автомобили, убрать на заправке, работать с кассиром. Не, мы не можем, да? Хорошо, улучшение. Что ты от меня хочешь? Сколько это стоит? 250. Все, шикарно. Ага. Так, мусор нам не надо. Давай посмотрим, что у нас здесь наверху. Так, текила, да, Джо заказал? Правильно я понимаю? Продукты игрока. Чертеж какой-то. 10 текилы я могу заказать себе. Доставку текилу. Магазин. Алкоголь. Есть ли у нас тут текила? А текилы у нас здесь и нету, ребят. Так, что это такое? Взлетно-посадочная, да? Не, это пока мест нам не надо. А что ты от меня хочешь? Центр связи. Лобо-бланко. Доставка, магазин. Ну, по идее, ж алкоголь же, а у меня нету такого лобо-бланка, да? Ну да. Иди мне это искать. Наверное, нигде, да? Блин, улучшение это понятно. Будет две взлетно-посадочные полосы. Это все ясненько, понятненько. Я хочу понять, как мне заказывать. Ну ладно.
взлетно-посадочную полосу, а у нас, в принципе, денег нету на это, так что мы не сможем ничего сделать. Так, у нас здесь все есть, хорошо. Ты у нас на кассе, да, стоишь? Ага, ты нас убираешь. Так, а дай посмотреть, чем вы занимаетесь, у меня сотрудники. Заправляют автомобили, ремонтировать автомобили. Ага, работать кассиром, убирать на заправке, понял. То есть ты кассир и здесь убираешь, а она у нас работает заправщиком и механиком, да? Да. Ну, окей. Так, дай посмотреть, сколько будет это стоить. Сколько это будет стоить нам? 750. Блин, а у нас через час... У нас через час все-таки нужно будет отдавать нам долги, ребят. Так, не то нажал. Не то нажал, хорошо. Так, ну в принципе у нас пока месть нормально. И по идее есть, и по всему есть. 415. Ты сейчас, наверное, отремонтируешь и тоже, да, заработаешь нам кучу денежек. Ну да. Так, давай, наверное, тебя пока месть передвинем. Ты нам пока здесь не нужен. Интересно, нужно ли будет мне с помощью этого трактора там расчищать взлетно-посадочную полосу, либо нет. О, 600 байкинских есть. Шикарно. Шикарно. Так, 600, ну еще где-то на соточку, я думаю, наши сотрудники справятся. Думаю, наши сотрудники справятся. Да, еще на соточку. Так что давай подождем, посмотрим. Что тут надо что-то поубирать? Давай пройдемся на всякий пожарный. И можно ли здесь красить? Хочу покрасить в красный цвет. Красить нельзя. Хорошо. Так, 620. Заправка клиенту кассы. Давай 750 нужно. Интересно, когда дядя приедет выбивать долги, у нас что-то заберет из заправки или не, или просто глаз набьет. Но мы все равно не успеваем 23 минутки, так что в любом случае мы с вами не успеваем, ребят, как ни крути. 750, а могу тебя еще взять? Денежку нет, не могу. А, 740. Все, 10 бакинских осталось. Осталось 10 бакинских. Все, а мы просто спрячемся. Говорится, нас тут нету. Блин, что ж так долго? И продать ничего нельзя такого, чтобы быстро заработать. Но у нас тут еще автомойка должна будет где-то быть. 740. Давай еще 10 баксов. Давай еще 10 баксиков. А да, кстати, мы же так пикничок с вами и не нашли. Помните, я говорил, что нужно будет найти пикничок этот. Где он находится, этот пикничок? Старичок, пошли на пикничок. Наверное, там, где мы на лавочке сидели с вами пиво пили. Правильно я понимаю? Вот тут? Либо не, либо да. О, косарик, все, отлично. Как говорится, дядя, прости, но долг я тебе не верну. Нужно улучшать здесь все нам. Так, улучшить, нажимаем. И купить. Я объясню все, что нам нужно знать. Хорошо. Отлично. Нужно проверить экран в центре коммуникации сарая. Во, ля. Шикарно. Поздравляем, вы прибыли на командный пост. У вас список ближайших прибытий. Слева вы видите страну и груз прибытия.
Розы подразделяются на две категории. Верхняя стройка это то, что прилет везет. И нижняя строка то, что она хочет торговать. В зависимости от уровня вашей коммуникации центра, вы можете больше продуктов из списков пилотов. Ага. Так, текила мне нужна. Мне нужно вот это вот, да? Да, мне нужно 10 штучек. Так, можно нажать на X, да? XXX, новое письмо. Так, отклонить самолет. Внимание, вы хотите отклонить, да? Во, быстро учишься, партнер, в пути. Так, что нужно? Вот сюда, да? В пути. Что он хочет? Он хочет очки, да? Это то есть нам очки нужны. Так, стой. Мне, наверное, 10 штук очков надо будет заказать. Доставка. Магазин. Аксессуары. Аксессуары, да? Газета, мороженое, алкоголь, головные уборы. А где мне очки ему достать? А, вот очки. А какие ему надо вообще очки? Вот такие вот черные. Cool Classic, да? Cool Classic, Cool Classic. Где ты? Вот, Cool Classic. Купить. Заказать. Есть, отлично. Пути. То есть я ему очки, а он мне текилу. Хорошо, ждем доставку. Ждем доставку. Интересно, доставка куда прибудет? Ко мне сюда, либо... Вон той сарайчик на склад к нам. Ага, значит в сарайчик там на склад. Шикарно, пошли. Тогда мы не будем их на полку ложить, эти очки просто с собой заберем. И посмотрим. Но надеюсь, он нам даст много денег за эту текилу. Я на это надеюсь, конечно. А что у нас по поводу топлива? Топливо, топливо, топливо. Заправка 124 литра. Давай, наверное, еще закажем на соточку. И, наверное, давай тебя еще на соточку закажем. Потому что сейчас, когда приедет выше балла, он заберет все наши деньги с вами. Поставит нас в угол и набьет нам глаз. Ну, либо сначала глаз набьет, а потом в угол поставит. Все, шикарно, пошли. Шикарно, шикарно. Ну что, ты там летишь, либо не летишь? В пути. Это один час, либо это на минута. Так, подождите, пока мисс он приземлится в пути, отклонит самолет. А я не хочу отклонять, я хочу, чтобы он прилетел. Так, выберите. Ага, вот. Так, плюс внизу вы можете видеть товары. Можете давать их каждый раз, когда я прибываю в аэропорт. Ага, и вы ждать вознаграждения. Ну да, на складе на
Окей. Так, если вы что-то там сделаете, много заказов, вам будут доверять. Ну, отлично. Давай. В принципе, на складе у меня очки есть. Помните, да? Три главные вещи в вашей жизни. Очки, очко и тапочки. Так что запомните. Доставка. Детали. Шины. Шинные диски. Так. Отлично. Ну, надеюсь, за текилу он сейчас нам 1,2 миллиона даст евро. Я на это, конечно, надеюсь. Что у нас тут? Сколько осталось? Прибытие, понял. Я надеюсь, сажать не нужно будет его. Он сам приземлится. Бонжур. Дон бесталя библиотека. Шикарно. И как мне с тобой торговать? Привет. F, чтобы взаимодействовать. Fresh products from my country, brother. Хорошо. Давай, F. Я нажимаю F. Или мне через КПК надо? Так, что ты хочешь? Я нажимаю F, ребят, он не хочет. Или что ты хочешь от меня? Так, вы специалист. Во, добро пожаловать. Учебник по торговле. Вы здесь узнаете все хорошо. Вверху можете увидеть таймер. Он показывает оставшееся время для торговли. Когда закончится. Ага, он улетит. Так, с правой стороны вы можете увидеть все продукты, которые находятся в грузе пилота. Окей, выберите эту штуку. А сколько мне надо? 10 штучек, да, по-моему? По-моему, 10 нужно. Все, есть, отлично. Выберите предмет. Так, сюда. Торговля. 10 штучек. Hey, maybe you can add something more. Может, ты предложишь что-нибудь больше? Погоди. Задавай одну. Так, выберите 10 бутылок текилы. А что ты еще хочешь от меня? У нас даже шапка была. Прикольно. Я что-то, конечно, не понял ничего. Но очень интересно. Правда, очень интересно. Да, вам не нужно ничего говорить, я слышал хорошие новости. Всегда несколько шагов впереди, я горжусь тобой, скоро прибуду в аэропорт. 29, прием. Хорошо. У нас откуда-то шапка была, ребят. Шляпу сними. Придется шляпу сними. Так, давай. Заезжай, шляпа. Только не помню, что я заказал уже. По-моему, шины, да? Мне интересно, а если я со склада не буду таскать это все, они будут полки сами заправлять или нет? Давайте посмотрим. У нас на складе сейчас есть шины. Будут ли они заправлять сами, брать все? Ну, поняли, да? Сейчас посмотрим. Здесь у нас... Во, одно колесо осталось, а на складе у нас 10 штучек есть. Будут ли сюда бегать и заправлять их, типа заказывать? Либо не будут... Если будут, то будет хорошо. Ну, то есть, что нам не нужно будет бегать постоянно на склад. Если нет, то, ну, это плохо.
Так, дождитесь, Джо. Джо и молчаливый Боб. Так, что ты хочешь? Мне, в принципе, пока мисс ничего не надо. Если что, в принципе, мне пока ничего не надо. А когда Джо прибудет? Алло, Джо, ты когда будешь? Так, хорошо, что у тебя есть тут? У тебя есть пепси, тебе нужна шляпка. Супер-супер-супер-бленд. Так, доставка супер-бленд. Давай посмотрим. Так. Не, не то. Давай посмотрим штучек. Давай 10 закажем. Закажем 10 и посмотрим. Сейчас хочу уже дождаться Джо. Плюс дождаться, пока мисс зятя приедет. Долги выбивать. И в принципе, как говорится, я доволен. Так, что у нас тут по заправке? А, грязно, да? Нужно уборщицу и на ночь нанимать. Нужно уборщицу и на ночь нанимать. Окей. Но мне либо чтоб касса работала, либо была уборщица. Уборщица у меня с утра есть. Так что я без понятия, ребят. Нужно будет следить за этим, да, не забывать. Так, ну через 4 часа придет уборщица. И уберет все. А нам нужно разгрузить склад с вами. Так, берегись. Давай, заезжай. О, господи. Так, отбуксируйте самолет Джо. Так, партнер, не поможешь мне? Да, конечно, прям я же... Вот сижу и мечтаю это сделать. А реально, прям сижу и мечтаю это сделать. Так, все, пошли. А, ты прям аж там застрял. Хорошо. А мы сюда и проедем, интересно. Даст ли нам игра сюда и проехать? Вроде, да. Так что давайте нажимаем на Shift. И поехали. Надеюсь, мы сейчас в текстуре не застрянем и не взлетим куда-то в воздух. Так, охладить двигатель, хорошо. Слышь, а может ты себе новый самолет возьмешь, не? Как тебе такая идейка? Либо ты постоянно будешь здесь падать у меня. Скажи честно, будешь постоянно, да, наверное, падать у меня здесь? Я не знаю, как это произошло, ага. Все. Поехали. Поехали. Главное сейчас не заблудиться, куда нам тут. По-моему, по этой дороге, да? Да, вроде по этой дороге. Интересно, такой тягач поднял бы вот этот вот кукурузник или бы не? Так, кто на тягачах работает? Сможет ли поднять он такой вместе с человеком?
Так, надеюсь, он нам сейчас даст какой-то полезный чертеж. И мы будем с вами в шоколаде. Так, давай берем тачку. Ну, где ты, Джо? Ага, тебе ремонт нужен. Я понял, а ты не хочешь мне текилу дать? Хочу забрать текилу, я... А я типа это, как его, чертеж заберу. Алло, 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 что это происходит? А куда он улетает? А, это самолет какой-то прибыл. Понял, я думал, наш самолет куда-то уже улетает с вами. Так, ну еще, что ты не хочешь срабатывать? Так, клейка лента, да, закончилась? Божечки, я просто... Просто мастер-механик, ля. Вот это я понимаю. Никому не надо там автомобиль починить. С помощью скотча. Обращайтесь. Все, отлично. Отлично. Все? Нет, еще не все. Тут где-то еще светится. Ага, вот эта штука светится. Отлично. Не помешала бы заправка. Слышь? А ты не... Так, багажники самолета. Да, принять. Есть. Я рад вам дать, но что-то хочу взамен. Хорошо, мне нужно идти. Ты можешь мне во время взлета... Так, уберите автомобили со взлетно-посадочной полосы. Какие автомобили? Какие автомобили такие, извиняюсь? Давай легкие. Давай, 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 давай. Направо, 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 направо. Все, шикарно. Здесь мы с вами справились. Давай посмотрим, какой чертеж нам дали. Давай посмотрим, что за чертеж нам дали с вами, правильно? Так, улучшение. Что такое хранилище, да? Это вот нам чертеж хранилища дали? Так, емкость инвентаря и все остальное. За косарик, а у нас 700 всего. Че, и это все, что нам дети подали? Понятненько, давайте лучше закажем себе доставку топлива. Заправка есть. На соточку заправка есть. Что еще хочу? Доставка. Давай шины еще, наверное, закажем. Штучек 7. Все. Так, я пока мест торговать реально не хочу. Не вижу в этом смысла. Так, а дай посмотреть, что мне Джо предложит в следующий раз. Еще какой-то чертеж, да? Водка нужна. Где у нас водка? Водка, водка, водка. Ты где? Кто ее продает? Ага, чертеж какой-то.
Чертеж меняет на мороженку. Так, здесь у нас водки нету, да? Ага, отклонить. Да, отлично. Так, до побачення. Чертеж за мороженку. Мороженку мы-то, в принципе, сможем себе позволить, я думаю. Где она? Вот это вот за 12.50, правильно? Отлично. Угу, закрыто, да? Надо будет не забыть потом, что у меня в пути вот эта вот мороженка, потому что если я знаю, я забуду, честно говоря. О, вот долги пришли выбивать. Шикарно. Интересно, что у нас заберут? Так, что-то нас забрали. Минус только популярности. Ну, бывает, что могу сказать, да? Бывает, ребят. Зато делали скрица легким испугом. Так, что у нас здесь? Ага, а здесь у нас ничего, да? Ну да, они не, сами не достают, ребят. На полки не кладут. Жалко. А было бы реально проще, чтобы они на склад к нам ходили и забирали это все. Ну ладно, ладно. Бывает. Надо будет, наверное, знаете, чтобы подождать полностью, пока мы все продадим, потратим, посмотреть, сколько мы с вами баблосиков заработаем. А там уже совершать закупку. А, еще один. По-моему, с мороженым, да? Если я не ошибаюсь. Не ошибаюсь, с мороженым. Ну, давай. Все, шикарно. Идем посмотрим, кто к нам приземлился. Так, прибытие. Угу. Так, давай тебя заправим, да? Наверное. Так, взаимодействовать. Тебе нужна заправка? Бонжур, донде стала библиотека? Ёб твою. Нет, это не шутка, я сори, я извиняюсь такие. Я не хотел, я Так, у тебя чертеж, хорошо. А что я тебе могу предложить? А ничего я тебе не могу предложить, да? Очки, очко и тапочки, хорошо. Так, выход, как отсюда выйти? Как отсюда выйти? Не, ждать не надо, я жду другого. У меня есть мороженка на складе. Уйти 4 минуты. Так, ребят, давайте, наверное, на этом серию закончим. В следующей серии подождем наши 4 минутки. И как раз уже... посмотрим, что это за чертеж будет. Ну, то есть он привезет нам чертеж, а мы заберем, типа, отдадим ему мороженку. Так что все, всем спасибо за просмотр. Так, соберите достаточно денег и чертежи, чтобы купить склад первого уровня. Склад первого уровня. Так, хранилище, это же оно, правильно, склад вот этот вот. Хранилище первого уровня, мне нужен косарь и один из двух чертежей, ну да. Мне нужно будет потом купить чертеж. И за косарик как раз мы с вами сделаем и выполним задание. Так что все, всем мур-мур. В следующей серии как раз на этом моменте мы с вами и вернемся. И начнем с этого момента. Дождемся 3 минутки и
купим чертеж. Просто я уверен, что я не успею уже за минуту доставить себе какие-то очки, либо бухлишко, чтобы это купить. Так что все, всем пока-пока и до потом.